9 сентября – единый день голосования. Состоятся досрочные выборы губернатора Кемеровской области, депутатов Совет народных депутатов Кузбасса 5-го созыва и местных депутатов 6-го созыва. В Междуреченске откроется 49 избирательных участков. Они начнут работать с 7 часов утра. На пост губернатора претендуют 6 кандидатов. На территории области сформировано 23 одномандатных округа. В Междуреченске номер 23. По одномандатному округу зарегистрировано 4 кандидата, выдвинуты партийными объединениями. Будем выбирать и местных депутатов городского совета. Всего будет 5 бюллетеней, где избиратели поставят заветные галочки. На областной и местный уровень выходит новая система. В данный момент у нас получается, что в областной совет, что в городской совет. Смешанная система. 50% это по партийным спискам будет у нас депутатов и 50% по одномандатным избирательным округам. В городском совете должно быть 26 депутатов в соответствии с уставом Междуреченского городского округа. 13 мандатов это будет по партийным спискам и 13 мандатов поборются кандидаты одномандатники, среди которых есть выдвинутые по спискам от избирательных объединений и самовыдвиженцы. Участковая избирательная комиссия сформирована из разных людей. Это представители общественных организаций, предприятий, избирательных объединений. Контроль за выборами будет осуществляться большим количеством междуреченцев. Законом это предусмотрено. Наблюдатели, как мы уже с вами говорили, члены комиссии с правом совещательного голоса, которые направлены избирательными объединениями или кандидатами. Они тоже присутствуют на участке, они присутствуют при голосовании как в помещении избирательного участка, так и при голосовании, которое осуществляется вне помещения для голосования, то, что мы называем выезд на дом. В помещении территориальной избирательной комиссии у нас установлено видеонаблюдение. Все, что происходит в помещении территориальной избирательной комиссии, можно будет увидеть в интернете. В Междуреченске 9 сентября в единый день голосования будет работать 49 избирательных участков. Откроются в 7 часов утра, за исключением 3, которые находятся на Фантазии, в Артоне и Тебе. Они откроют свои двери в 8 утра. Все участки будут работать до 20:00.